ценит мир, честь, достоинство, свободу своего Отечества. И, наверное, праздник 9 мая – это главный праздник для наших людей, потому что это праздник и боли, и слез, и радости, и памяти о всех павших. И этот праздник, он не случайно живет в каждой российской семье, потому что, наверное, ни одну семью не миновала Великая Отечественная война. И это делает нашу нацию непобедимой. И мы умеем самые тяжелые... объединяться и давать достойные